Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня я хочу поговорить о листовых подкормках, а именно, для чего их применять, эффективность применения листовых подкормок и как это нужно делать, чтобы произвести это как можно качественнее и чтобы был от них, конечно, эффект. Для чего применяют листовые подкормки? Дело в том, что наличие элементов питания в почве еще не гарантирует их доступность. Есть много разных факторов стрессовых, таких как пониженная температура, повышенная температура, засушливость, наоборот, повышенная влажность и так далее, которые могут помешать усваивать элементы питания из почвы, хотя они могут там и находиться. Также существует, конечно, антагонизм между элементами питания в почве. То есть одни элементы питания могут не позволить другим усваиваться. Например, существует такой антагонизм между азотом и калием. Когда повышенное содержание азота в почве, азот у нас поступает по стволу гораздо быстрее, чем калий, и вступает с калием в такой антагонизм. Даже если калий в почве есть, то он может не усвоиться. Еще, например, такие вещи, как вот пониженная температура, особенно это по весне, всегда часто видно. Например, при понижении температуры до 10 градусов очень плохо уже начинается усваиваться фосфор. Поэтому мы очень часто, например, на томатах это видно сразу. То есть они начинают приобретать такую фиолетовую окраску, у них стебельки и даже нижней части листочков, поскольку фосфор не поступает. Еще чуть ниже температуры уже плохо поступать начинает калий. А азот поступает даже при 6 градусах как бы почвы, он все равно еще усваивается растениями. Поэтому мы вроде бы у нас в почве есть все, но до растений это может не доходить, до листового аппарата. Поэтому вот листовые подкормки очень часто можно регулировать как бы стрессовые моменты, которые у нас с растениями. И что самое главное, еще листовые подкормками можно регулировать в течение всего сезона необходимость именно элементов питания в то или иное время. Мы прекрасно знаем, что в начале роста нам как бы азот и необходим, нужно развить листовой аппарат и так далее. Нужен в начале роста, нужен нам фосфор, да, все мы тоже знаем, чтобы корни у нас развились. А под конец развития, ну, почти у всех растений, нам нужно как можно больше как бы калия, чтобы именно плоды вызрели, чтобы в зиму ушли какие-то растения, которые многолетние, и так далее. То есть вот сезонность существует такая, почти у всех растений существует вот такая сезонность потребления элементов питания. Но в почве у нас находится их как бы определенное количество, и мы не можем регулировать. Так вот, с помощью листовых подкормок как раз это и достаточно легко сделать. Какие листовые подкормки применять? Дело в том, что, конечно, лучше всего использовать всевозможные хелаты, хелатированные так называемые элементы. Они усваиваются, как говорят ученые, вроде бы лучше, чем, например, соли, просто элементов питания. Потом, что нужно делать? Конечно, применять их следует не абы как, а именно знать, какой нужно именно элемент питания желательно сейчас дать растению, то есть на основе какой-то хотя бы визуальной диагностики. И лучше это делать до стресса или в начале стресса растений. Например, наступают холода, да? Мы знаем, что холод поступает. Мы видим, что у нас при холодной погоде, естественно, плохо начинает усваиваться фосфор, плохо усваиваться начинает калий. И понятно, что неплохо бы сделать листовую подкормку именно этими элементами питания. А не тогда, когда уже у нас прошли холода, и у нас уже все стало фиолетовым, все такое. То есть усваиваться вот как раз эти элементы будут гораздо хуже, поскольку в растении уже произойдут такие гормональные изменения, на которые повлиять будет уже сложнее, чем если бы мы это сделали в начальный период стрессов для того же растения. Вот у нас были холода, мы прекрасно это знаем. Я применял вот два раза применял именно обработку, например, томатов, именно калийным удобрением.
Вот, калина, фосфор с добавлением еще кальция, поскольку кальций тоже в это время очень плохо поступает. И следует учитывать такие еще вещи. Для того, чтобы это было эффективным, естественно, листовой аппарат, он не должен быть поврежденным. Будем говорить, если у вас что-то сгорело, то не надо это уже обрабатывать. Вы можете только это ухудшить. То есть нужно, чтобы лист очень хорошо воспринимал подкормки. Потом концентраты. Концентраты нужно, даже если вы где-то прочитали, что такая концентрация у этого препарата, сделайте, уменьшите ее в два раза и сделайте пробное опрыскивание там на одном, на трех кустиках чего-то, или на час грядки, например, если вы опрыскиваете там морковь или какой-то другой там овощ, на каком-то участке, так, и чтобы увидеть результат. Лучше что-то не доделать, чем навредить, поскольку листовые подкормки, количество очень имеет значение. То есть там кашу маслом можно очень здорово испортить. То есть если мы избыточно внесли, как бы сделали концентрацию, можно очень легко сжечь листья, то есть сделать только хуже. Поэтому к ним надо относиться очень осторожно. Но они могут дать очень-очень неплохой эффект. Потому что, применяя листовые подкормки, мы заставляем растения как бы еще больше усваивать элементы питания через корневую систему. Это тоже доказано учеными. Единственное, что, например, по кальцию это не происходит. То есть, если мы кальциевые селитры, например, обрабатываем томаты от вершины гнили, то это не значит, что начнет больше усваиваться кальций через корни. Поэтому надо и так подкормить желательно зольным раствором у нас через корни корневую подкормочку, а кальциевый селитр пройтись по листочку. Тогда мы уже гарантированно спасем томаты от, например, вершинной гнили. Не очень здорово усваивается фосфор через листовые подкормки. Поэтому надо вот именно специальные, конечно, есть удобрения, где он именно в такой форме находится, что он уже становится доступным именно проникновением через листовые подкормки. То есть вот такие вещи как бы немножко надо тоже учитывать и знать. Как опрыскивать? Опрыскивать, конечно, надо через распылитель, который распыляет как можно мельче. И опрыскивать надо, не поливая листву, а достаточно по верху идти. То есть вот я сейчас вот примерно покажу. У меня вот есть сейчас уже здесь состав, и мы можем им опрыскать. То есть не надо делать буквально вот каждый лист вот так вот вблизи прыскать, а просто мы берем опрыскиватель и вот этот рядок, вот мы вот так вот и очень быстренько идем и опрыскали весь рядочек. Все, распылитель он мелкой пылью покрыл, меленькими вот его трудно даже заметить, меленькие точечки на листьях, никакого ожога не произойдет у нас. И вот эти мелкие дисперсные капли, из них и будет поступать элементы питания в листья. Все, больше не надо, не надо листок полить, чтобы с него капало, не дай бог, капал раствор. Этого делать не надо. Поэтому большого количества особо и не надо. Мне вот 5-литрового опрыскивателя жука хватает на мои 5 теплиц вот опрыскать томаты. И, естественно, еще одного хватает, чтобы опрыскать почти весь огород. Вот такие вот небольшие как бы правила. И когда их знаешь, то надо знать, когда, конечно, это опрыскать, и тогда мы получим эффект. Например, вот я иногда вижу такую ошибку, которую делают огородники. Опрыскивают, например, нашатырным спиртом, да? Вот. Это, конечно, высококонцентрированное азотное удобрение. И показывают, что вот смотрите, у меня шикарная листва, и я вот это потому, что вот я опрыскал нашатырным спиртом. Вот. По листве. Но дело в том, что всего скорее она и так была неплохая, эта листва, и вы еще больше дали азота и вообще прекратили доступ туда калия, фосфора и тем более кальция. То есть для, например, растений вы, может быть, сделали хуже. Оно у вас будет, например, зажиреет, будет плохо завязываться плоды, и сами плоды будут не очень качественными, и, естественно, с большим содержанием нитрата. То есть
надо все делать, конечно, зная, нужно это растению или не нужно. Может, на данном этапе азота ему и не нужно было совсем. Особенно, если это делается во второй половине, будем говорить, вегетативного роста. Уж ни в коем случае не надо этого опрыскивать нашатырным спиртом, когда у вас завязываются плоды или когда у вас идет формирование урожая. Этого делать не надо. Вот как бы нужно все делать вовремя. Дать тот элемент питания, который нужен именно в этот момент растению. Вот такие вот небольшие рекомендации я хотел бы дать сегодня. На этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч.